И снова здравствуйте. Ну, карма не карма, я надеюсь, что это не так все. А еще больше я надеюсь, что там сохранялки нормальные есть. Автоматические. А то я совсем не рассчитывал на вылет из игры, честно говоря. Печально, печально. Нет, я до последнего на самом деле надеялся, что не придется никого убивать здесь, что нам удастся с ним договориться. Но учитывая то, о чем он начал говорить, то... Учитывая то, как он говорил и что он говорил, мне кажется, смысла оставаться добрым не было. Ну, то есть, не было шансов на то, что у нас был бы шанс договориться с ними. If they discovered Malin's work. It doesn't have to happen. The Krogan were wrong. We will make it right, and then we will have our revenge. Нет, я согласен, понять можно и тех, и других. Half the galaxy sees the Krogan as... When we cure the Genophage, Warlock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become the Krogan Empire. Окей. Я в прошлый раз по полной программе собирался до конца дожидаться, не дожимая. Попробуй мне нажать. Собственно, начать драку мы успеем в любой момент, так что... Попробуем. Ну вот и смысл, если бы я выстрелил сразу. Было же видно, что они не дадут нам шанса закончить это все. Интересно, если я попадаю ему примерно куда-нибудь в капюшон, это считается хедшотом или нет? Нас обходят. Как он по мне шмаляет, почему? Что за бред? Как? Как? Я сижу за стенкой. Насколько бы высоко не был противник, всегда стенка защищала от выстрелов. Что считалось, не считалось, я не понял. Кстати говоря о Ведьмаке, интересная информация. Netflix будет делать сериал по вселенной Ведьмака, причем Анджей Сапковский, который является разработчиком квестов. Вряд ли я думаю, я сделал так, чтобы не считалось, но я не разработчик. Ну, я не знаю, посмотрим, посмотрим. Можно попробовать стрельнуть в капюшон, а потом можно стрельнуть в голову, узнаем. Так вот, Анджей Сапковский, который в Ведьмаке являлся разработчиком квестов, он будет участвовать в разработке данного сериала, и мне прям очень хочется его посмотреть, честно говоря. Мне кажется, это должно быть что-то безумно интересное. А, да, и еще я пропустил информацию, то, что вчера анонсировали три игры. Это Crew 2, новый Assassin's Creed и Fallout 5. Я, к сожалению, эту информацию упустил каким-то образом. Интересно, почему же Сапковский говнюк? Far Cry 5, да, конечно. Ха-ха-ха!
Выстрел в голову, бах. Выстрел в капюшон, бах. Ну, а, не, разницы никакой. Пока они там толкаются, можно перезарядиться успеть. Даже пушку поменять и все что угодно сделать. Вот что значит Кроган против Крогана дерется. Вместо того, чтобы нормально подстрелить противника, они идут и бодаются. Как бараны. Labs likely through there. Can smell antiseptic, hint of dead flesh. Just get us there. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences, hormone mutagens is still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors. Avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. We're not gonna find mail on staring at come. Извините за небольшую просадку без звука. Но я выключил Steam просто. Я забыл это после перезагрузки. Такс. Алекс, расскажи к нам, почему ты считаешь Анджея Сапковского говнюком? Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Sterile, werelock, female. Что тоже? Procedures. Hoped for cure. Женская особь Крогана! Pointless. Я должен это видеть. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Нет, видимо, самку Крогана мы не увидим, потому что она накрыта какой-то фигней. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to T'Chanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accept it as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. Илья, зачем ты половину, последнюю половину чата копируешь? А насчет Сапковского, то я читал интервью Сапковского и Дмитрия Глуховского, то он вообще не очень. Че? Серьезно, чувак, ты судишь и человеку по паре интервью? Ну вообще не то. Тебе квесты в Ведьмаке разве не понравились? По-моему, квесты там были топовые. Более того, вон Соня его вживую видела и общалась с ним. И что она говорит? Говорит, что чувак топовый. Я больше поверю не какому-то там интервью, которое, как обычно журналисты делают, они перевирают часть фраз. Что ж, при чем тут Сапковский и игра? Он вообще-то квесты к Ведьмаку делал. Был одним из создателей квестов к Ведьмаку. Главным создателем. Анджей Сапковский — это поляк. Вообще. I didn't expect spirituality from you, Morton. Один из группы создателей Ведьмака. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe.
Explored religions after work completed. Different races, no answers. Many questions. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified Genophage project, great in scope, scientifically brilliant, but ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic, not guilty, but responsible. Trained as doctor, Genophage affects fertility, doesn't kill, still caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn. Adapt. Improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. К слову про Сапковского, скажу лишь, что, честно говоря, мне наплевать, что он за человек. Он делает хорошие квесты, и он делает хорошие истории. Мне этого достаточно. С ним, как с человеком, я вряд ли когда-либо встречусь и поболтаю. Да и мне наплевать. Мне нравится то, что он делает, и мне этого достаточно. В игре хорошие квесты, в сериале более чем уверен, что будут хорошие истории. This much soul searching to get over it. Maybe the Genophage was wrong. Had to be done. Rachni wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations, effects of Krogan population increase, all pointed to war, extinction, Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. You could have cured the Genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos in Tuchanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Genophage saved lives. War would have ended. So you're willing to sterilize a species based on the evidence of a few simulations? Yes. Millions of data points. Years of arguments. Countless scenarios. All noted Krogan fragmentation as dangerous. No unified culture to support repopulation. Would have been war. Turians and humans destroying Krogan utterly. Genophage was better. Saved lives. Look at the dead woman, Morton. It doesn't look like you saved her. No, it doesn't. Worked with available data. Only option. No other possible. Doesn't matter. Так. Легко дня. А, Кроганская, опять Кроганская живучесть. Ладушки, погнали дальше. Нам туда. Окей, значит, сначала сходим сюда. Experiments to cure the Genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Morton, can you get him back on his feet? Stims, maybe?
Something to bolster his immune system. You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient. Либо храбрый, либо слишком отчаявшийся. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I mattered. Millions of children will be born. Werelock children. They're going to destroy the other clans. But... no. No, they said I was helping Erdnot. If you want to help Erdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a quarian with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go. Go. Nicely done. Fortunately, subject is unlikely to be contagious. Алекс, много текста не по теме игры, я не буду сейчас читать. В конце стрима кинь, поболтаем тогда. Shepard, I'm detecting crates ahead that are holding unstable materials. A misplaced shot can cause a significant explosion. Буду знать. Or a well-placed shot. Explosion. Not difficult. Nothing can hurt me. Ну пофиг тогда, пофиг, окей. Значит, не так важно. Что-то я в последнее время вместо того, чтобы использовать кнопку 4, чтобы кинуть фаербол, начал на F тыкать зачем-то. Превратил в ледышку и разбил с локтя. Отлично. Летающая собака.
Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Вроде успел спрятаться, но нет! Суки! Некоторые сильные враги практически не восприимчивы к обычному оружию. Чтобы их уничтожить, придется найти их уязвимое место. Ладно. Incoming. Больше заморозки, богу заморозки. Ну, у меня есть предположение, почему онлайна никакого, честно говоря. Я понимаю, что ты про стрим. Для того, чтобы был онлайн, люди должны искать эту игру конкретную. Она была популярна достаточно давно, и сейчас очень мало шансов, что кто-то будет конкретно ее искать. Эй, я же в ящик пульнул. Про старичков? А, чё старички? У Сони дела, она вернется. Легион приходил. Но у нас... Да, вот правильно. Отлично, надо либо хайпить, либо... Народ набирать надо как минимум на чем-то популярном. В обязательном порядке. Но... Зря разделяешь и или хайп ловить, или играть в онлайн игры популярные среди школоты. Тут это примерно одно и то же. Либо ты играешь, ну то есть не либо, а ты играешь в онлайн игры популярные среди школоты и на них ловишь хайп. Тут оно только так работает. А эта игра, она мало кому интересна, и большинство, ну, как минимум, она отжила свое. Ну то есть она, да, она популярна и есть много фанатов, но, честно говоря, она старая. Тут очень интересная история, но я думаю, вы согласитесь, что игра-то довольно однообразная. Ага, вот и главный подоспел. Блин, Рекса убили. Надо было его воскресить, но каждый раз, когда у меня скиллы откатываются, я использую не то, что нужно. Хотя давай, может он сейчас Мордина убьет, и я сразу двоих подниму. Ну или нет. Да, это игра, в которую поиграли все уважающие себя геймеры, или хотя бы попробовали в нее поиграть, но извините, она была... Она старая. Она... В нее уже давным-давно не играли. И ради того, чтобы найти данный стрим на просторах Твича, нужно залезать глубоко в дебри игр. Потому что у нее онлайн сейчас безумно маленький. Ну, то есть, если в нее кто-то играет на всем Твиче, кроме меня, ну, максимум пара стримов будет, не больше. Поэтому, чтобы ее найти, нужно очень сильно постараться. А насчет того, что наши старички не заходят, так, ну, тут тоже достаточно логично все. Игра-то
не всем интересно. Не все ее фанаты. Честно говоря, собственно, и у меня-то, кто захочет, тот найдет. Извините, для этого надо захотеть. У меня-то к ней отношения тоже неоднозначные, как и, собственно, к первой части, я бы сказал. То есть, история интересная, но ее мало. Ее мало, она перебивается очень большим количеством однообразных пострелушек. Было бы гораздо меньше пострелялок и гораздо больше истории, это было бы интересней, но более скучно. Ну, то есть, тут как бы история классная, пострелушек много, ну, то есть, есть чем заняться, но было бы гораздо круче, если бы это все гораздо сильнее как-то переплеталось и было больше разнообразия. А без этого все достаточно скучно получается. Ай, вообще не то. Нафиг я это ткнул? О, вот это. Собственно, поэтому и у меня-то отношение к этой игре достаточно неоднозначное. Честно говоря, если бы я не играл ее на стриме, если бы я не обещал пройти всю трилогию, возможно, я бы уже на нее плюнул. Потому что хоть история интересная, но за счет длительности и количества бесполезных пострелушек оно достаточно скучно получается. Опа! Забавно. Да нет, нет. Дело не в том, что... как бы так сказать. Ну, во-первых, мне все-таки интересно, чем оно закончится. То есть... не очень хочется вот это все проходить, но все-таки интересно прожить эту историю. С одной стороны. С другой стороны... Нет, я играю не ради общения. Дело не в том, что... я где-то на записи кому-то обещал, а сам факт того, что я обещал пройти эту игру. Сам факт обещания, а не сам факт записи того, что записалось. Нет, чередовать игры я, конечно, буду. После второй части я третью не сразу буду проходить, естественно. Сколько осталось до конца игры? Примерно. Forced behavior modification always results in mental degradation. Whether from Reaper indoctrination or drugs, test subjects always lose higher cognitive function. Not brainwashed or conditioned. Need Malin at peak capacity for work. Must be alternate source of coercion. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Наверное, да, со всеми. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Еще неделю. Долговато. Окей. А те, что квесты не в левой вкладке, а в правой вкладке журнала, я не помню, как они называются, но вот те, короче, которые побочные и не сюжетные. Там есть такие квесты, на которые, в общем-то, можно наплевать. Которые не будут какого-то влияния иметь. Есть? То есть, например, если я пройду только сюжетные квесты от игры, чтобы знать основную историю. Мейлен clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. А вот тут он, кстати, хорош. Have to kill you. Очень даже. Wait. Не убивай. You need to do this, Morton. You're not a murderer. No. Not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Werelock left. Project over.
Только смотрите, я в основной сюжет вкладываю все квесты из левой вкладки. То бишь, квесты лояльности в том числе. То есть вообще все, что в левой вкладке находится. И вы так и не ответили, есть ли в правой вкладке какие-то необязательные квесты. В смысле, наоборот, есть ли в правой вкладке какие-то обязательные. То же самое надо было с Гарусом, ну что-то как-то не помню, не обратил я внимания, наверное, на вариант «не убей». А, нет, вру, мне показалось, что этот парень все равно не захочет жить, и в правой вкладке вообще все квесты необязательные. Лады, значит, пойдем только по левой вкладке. Ну, просто слишком долго. Я, извините, в Dragon Age Origins отказался играть из-за того, что она долгая, а тут прям вообще ужас. What if he talks to Mort Krogan? Tells the public about the modified Genophage project. Special tasks group good at covering tracks. No proof. Warlock willingness to work with Salarian unusual. Чем он только что вдохнул, у него же носа нету. А, стоп. Или вот эти вот дырочки под глазами у Мордина — это нос. Это ноздри такие, да? Я не знаю, почему так долго получается. Aren't you worried that he'll start his research again? No, locking this unit. Special task group can cut access to old data. Возможно, просто много времени трачу на какие-то непонятные, неизвестные штуки. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, professor? Да куда хочешь, вали. Omega can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what he did, professor. The Genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Вот о чем и разговор. А я в историю вживаюсь. Я диалоги не скипаю. Я бы лучше, на самом деле, половину пострелушек скипнул. Ну то они, ну, слишком долгие. Don't worry about me, Morton. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Ой, да в жопу ресурса. Expected it from Krogan. Not one of mine. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the Genophage. Yes. So many variables, stress responses, impossible to truly predict. Something to think about. Тоже верно. Malin's research, only loose end, could destroy. Но тогда будет скучно. Security. Ни хрен его знает, что лучше. This is the research that included tests on living victims. It's tainted. Right now, victims died for nothing. Keep it, use it. Death's worth something. Malin's work could cure Genophage. Don't know. Effects on Krogan. Effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. Keep the data. Better to have it and not need it. Point taken, Shepard. Capturing data. Тоже верно. Might be local copy. Так что да, я понижу сложность немножечко. But closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Разведчика нашли. Конденсатор взяли. Можно валить. Let's get out of here. О, и левел получили. Прекрасненько. Итоги задания. Плодотворная работа клана Вейрлок над лекарством от генофага ранее оставалась вне поля зрения Цербера. Эти разработки могут быть полезны. Кроганы опасны, но могут оказаться отличным оружием против жрецов. Проблема с ассистентом Мордина решена. Теперь ничто не помешает профессору сосредоточиться на выполнении задания. Так, у Мордина вызывает болевой шок у органической цели. Нормально. Мордин Солус. Новое снаряжение. Надо будет потом посмотреть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Почему, кстати, в итоге данного задания не указывается... А, стоп. После задания Грюнта были другие итоги, точняк. Я там просто не читал ничего почти, видимо. А насчет того, что мне ресурсов может не хватать, да ну и в жопу. Будет не хватать, пролечусь по планетам. Не захочется летать по планетам. Полечу по планетам. Не буду я взламывать игру все-таки. Мы честно играем.
I have work for you if you want it, bird, not grunt. Just set the human aside and we can talk. Look around you, human. This is the Krogan home. Работа для Грюнта, если он прогонит меня. Забавно. Ну ладно, все, давайте возвращаемся. Мы тут сделали все, что могли. Да хватит болтать, мы уже улетаем вообще. Хорошее замечание. Хорошее замечание. Квесты я не сдал. Сейчас дадим. Сейчас все будет. Уи! Ауи! Точно, нам же вот сюда. Следишь за мной. Молодец. Так и надо. А то как тут некоторые выражаются, я периодически туплю. Поскольку отвлекаюсь на чат. По-хорошему-то я вообще с чатом общаться не должен. Ну, такое, конечно, себе изменение. Но вот это хотя бы попряднее выглядит костюмчик. Давайте возьмем ту же самую парочку. Хорошо. Clan Erdnot has adopted surviving members of Clan Werelock, mostly women and children. Молодцы. Неожиданный ход, действительно. Ну, собственно, Торекс. Странно было ожидать чего-то. Бла-бла-бла-бла-бла. Я думал, у тебя новые темы какие-то будут. Ну ладно. Ага, и товаров нету. Окей, времени тратим. Кому там у нас квесты сдавать надо было? По-моему, механику и разведчику, да? По-моему, все. My scout made it. Said you've got a quad. Ой. Human. Thanks for saving my scout. Ну, ладно, будем считать, что он просто сказал мне спасибо. Я что-то на автомате половину диалога пропустил. Косяк. Ну. Welcome to the clan, or not. Он просто сказал спасибо, да. A part of it. Yeah, well, make yourself useful. You're in the shit now. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You burn my time if you want it. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Не буду твое личное время занимать. Так, этому мужику я что-то обещал сделать или нет, я не помню. As I understand it, Clan Erdnot has a new member. Ну окей, все будут нас поздравлять, я понял. You are a new warrior. The shaman gave you the customary upgrades, I assume. He's fast to pass up my work as his reward. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Erdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. Enjoy your research. Yes, yes, move along. Тут ничего новенького. Так, остается... Есть смысл к Рексу заходить, ребят? Его святейшество исследователь великих наук Алексей Букин. Да, звучит ведь, нет? Неправда? No one has killed a maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a quint and craps dark matter. Guess that's what it takes to replace me. You are Erdnot Grunt. Welcome. Good to see you, Rex. Wish I could, but I need...
Мы это уже обсуждали. Все, покедово. Ну что ж, у нас тут, как я понимаю, квестов не осталось. Я как смотрю, у нас и основных сюжетных квестов осталось совсем чуть-чуть. Я, конечно, не отметаю возможность, что они еще добавятся новые, но как минимум один-два из тех, что у нас есть сюжетные, из пяти сюжетных квестов. Повелитель пламени. Это DLS-ный квест. Лады? Лады. Почему нет? Так, надо бы мне выписать, что у нас тут? Уже мне нужна информация, ее мы выкидываем. Так, где мои ручки? Вот и мои ручки. Выпишем квесты, которые... Выпишем квесты, которые нам надо будет пройти. Правда, я не увидел, какие у тебя там еще доп-квесты, а то я не вижу из-за тебя, ты мне скажи, а не двигай себя, а то вдруг. Все просто, я пока буду выписывать, можешь посмотреть. Сейчас. Так, Тали, Самара, Джейкоб, Заид, ну это понятно. Остановить коллекционеров. Все, посмотрел? Посмотрели? Повелитель пламени у нас остается. Два квеста. И еще четыре здесь. Из побочек. Прибытие обязательно, повелитель обязательно. Окей. Странно, у меня почему-то скрипт отключился, который микрофон включал-выключал на сценах. Окей, тогда сначала сделаем все квесты, оставшиеся на лояльность. И после этого пойдем, собственно... Тю-тю-тю-тю-тю, ран полетели, назад. Сначала с людишками поболтать. Понял. Сначала я хочу рыбок покормить. N7 деятельность гетов тоже часть DLS. Важная часть DLS. Давайте-ка я переоденусь, чтобы... Может, Келли оценит то, что я хожу в такой же форме, как и она. Так, давайте пока здесь почитаем сообщение. Командиру Грюнта от шамана клана Урднот. Терпеть этого не могу, но написать вам надо. Вы часть Кранта Грюнта, и вы его командир. Так что позаботьтесь о нем. Здесь я должен быть вежлив, играть свою роль. Но наш народ вымирает. Кроганы всегда ставили выживание превыше традиций. Если мы хотим выжить как раса, нам понадобится ваш в бочке выращенный Грюнт. Акир был безумцем, но безумцем с мозгами. Чего нельзя сказать о большей части населения этого каменного шарика. Так что верните нам Грюнта целым и невредимым. Он нужен моему народу. А если вас всех убьют, я помочусь на ваши могилы. Шаман клана Урднот. Ха, хорошее сообщение. Спасибо за прямоту. По крайней мере. У тебя одни DLS-ки остались, короче, ты квесты, ты не берешь сильно много внутриигровых.
Да я вроде брал все, что находил. Не знаю. Ну, окей. Окей, значит, из вкладки побочек на данный момент нужно выполнить все. Ну, почти все. Что у нас там? Мимо кассы-то проходит. Илиум у нас пойдет мимо кассы. И все, получается. Повелители мы сделаем, прибытие мы сделаем. Здесь только отдать, а это тоже ДЛС. Так что только Илиум у нас и в пролете. А все остальное делаем. Так, на этом этаже, мы общаемся только с Джек. Вроде бы. А, еще с кассами можно поболтать. Если она на этом этаже, я не помню. Джек? Hey. What's happening? You got a lot of questions, don't you? I miss your friendly nature when you're not around. Been thinking. We've seen a lot of shit together now, and you're always coming to talk to me. Shepard, you got feelings for me? Because I don't need the complication. Yes. Freaks you out, doesn't it? Leave me alone, Shepard. I don't want this. You're lying. Don't tell me what I feel. I've been here before, and I know what I need. For me. Что-то у нее ухо засветилось. Go away. I don't want you coming around here for a while. Так, ну окей, у нее теперь хотя бы новая инфа обо мне. Один топ-квест... А, это я уже читал. Сюда я не захожу. Там пока общаться смысла нету. Миранда Гарус, да, поехали. С Мирандой общаться уже смысла нету. По крайней мере. С ней я все общение запорол. Тут ничего нового, С Тейном тоже не общаемся. А, в общем, не с кем тут общаться-то не осталось. Пообщались с Джек из важных и обязательных, скажем так. Гарус нафиг, Тейн, ну все, все тут нафиг. Хотя, давайте с косыми поболтаем чуть-чуть. Hey, Shepard. Здравствуй. I'm glad to hear Thane and his son are back in touch. It'll be hard, but I think they'll be fine. Good thing you broke up that catfight between Jack and Miranda. I was afraid they'd tear a hole in the hull. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Ладушки. У нас, правда, разговоры какие-то там односторонние получаются. Я просто прихожу и выслушиваю. Так. Здесь надо обязательно поболтать с Мордином после квеста. Потом Келли и летим дальше. С Грюнтом после квеста даже не особо хочется общаться, честно говоря. Так, тут вряд ли что-то новое появится. Хотя... Нет, ничего нового. О, смотрите-ка. Наконец-то можно купить Каина. Да на самом деле, честно говоря, меня мало волнует то, что думает Касуми. Она все-таки ДЛСная, и с ней даже нормально поговорить нельзя. Уж не говоря о том, чтобы с ней замутить, так что вообще пофигу. Так, боеприпасы к тяжелому орудию 5000 риди. Здесь 25 тысяч риди, то есть остается 30-ка. Инструментрон Мордина. Эффективность технических умений Мордина. Ну, Мордина я в миссии брать больше не особо буду. Кроганов тем более. Ну, в общем-то, все, тогда берем Каина, наконец-то, попробуем его. И боеприпасы к тяжелому оружию. Понятно. Все. Поболтаем с Мордином, Келли и вперед. Hard to believe Malin betrayed me, betrayed my work, disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Hope he finds something new, better goal, better purpose, fewer torture tests. You're really at peace with what happened? Yes, of course.
Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Solarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend time reminiscing. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. True, didn't mean to imply that Solarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Solarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. So you really don't feel bad at all about what happened on T'Chanka? Yes, correct. Now, at least. Greatly distressed at the time. Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled on T'Chanka, some on shuttle back to Normandy. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on T'Chanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later. Насчет, решил ли я, на какую миссию на данный момент отправимся. Да, я решил. На какую-нибудь. Как вам такой ответ? Такс. Меняем оружие на Каин. Оружие, использующее эффект массы, практически вытеснило с рынка обычное оружие взрывного действия. Чрезвычайно большой урон и огромная площадь поражения. Крайне эффективно против брони, щитов и барьеров. Попробуем. Я отправлюсь на миссию, которая... Я отправлюсь туда, где будет больше миссий в одном месте. Надо еще с Келли поболтать. А если так, таких мест не будет, где будет несколько миссий сразу, то... Да, я к тебе прижался. Ты что, против? How may I help you, Commander? Если не будет мест, где несколько миссий в одном месте, то на ближайшую. Вообще, в приоритете миссии лояльности. Is there anything I should know? Nothing, right. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Okay. Maybe we'll talk later. Ну вот, смысл к ней подходить после каждого сюжетного задания. Если я выполнил сюжетное задание, прихожу, а у нее ничего нового. Вряд ли ведь простое «Здравствуйте, как дела?» да все нормально засчитывается как разговор на повышение отношения. Надо с Джокером поболтать. Я вот, больше всего, что мне нравится в этой игре, это разговоры, это ссоры с Джокера с Сузи. А я забываю. Что-то мне кажется, ты уже запорол момент с рыбками. Commander, I assume everything is going well up here. Good for now. Fractured my thumb on the Понятно. Map, but I think I made my point. That's it for now. И у вас ничего нового. Ну, либо я запорол момент с рыбками. Не знаю, правда, каким образом или что-то я не так выбрал. Насчет жмешь не тот вариант ответа, я всегда жму верхние варианты с ней. Ну, вообще с любой женщиной здесь, которую я... С которой я хочу познакомиться поближе, скажем так. Так что варианты два. Либо я действительно запорол, либо... Либо. Что хотел сказать? Либо я не знаю, что, и... Может, какая-нибудь миссия надо, какую-нибудь миссию пройти. Ради такого. Так, что у нас есть? Чтобы несколько миссий в одном месте. Помочь Самаре. Тут просто много... планет, система свой-чужой, повелитель... Вот система свой-чужой, это что? Я такую миссию вообще не помню. А, стоп, это не миссия. Это то, что там находится. То есть у нас, получается, нету миссий, которые... А почему повелители пламени 3? Ну, видимо, это по заданию остановить коллекционеров как раз. Что ж, тогда, получается, летим на ближайшую. Ближайшая у нас помощь Заиду. Полетели. Хотя, стоп. Спаси доктора Кэнсон. Не помню вообще такого квеста. Давайте посмотрим, что за местное скопление. Хотя...
какие-то, видимо, скопления ни о чемные, в которых были маленькие квесты какие-то. Ну, наверное. Ладно, полетели. Поздно, поздно. Сначала мы поможем Заиду. А потом уже будет доктор Гэнсон. Если я не забуду. Ворка могут восстанавливать здоровье, но их броня не слишком прочна. Чтобы убить их, стреляйте в голову. Конечно же, мы берем с собой Заида. Заид у нас силовик, то есть по полной программе. Я мог бы использовать запрещенный прием, при котором ты бы отправился на миссию Кэнсон, что ж, трусы и пара со мной, это спойлер. Да мы после Заида пойдем на миссию доктора Кэнсон. Ты только напомни мне об этом. А то я же могу забыть. Так, и давайте возьмем с собой, конечно же, Джек. И физик, и биотик. Отличненько, вот вам и разнообразие. Такс, притяжение. Эффект массы на несколько секунд притягивает цель к вам. Что у нас тут? Длительность 2 секунды. Ну, такое себе. Деформирующие патроны. Ну да, наверное, надо патроны докачивать. Крупнокалиберные повышают урон. Или повышают урон, наносимый членами отряда при использовании деформирующих патронов. В патроны пойдем. Так, и у Заида целых 5 очков. То есть, либо сюда одно, либо сюда одно. Да ладно, мне не то, чтобы на нее прям хочется. И у тебя спрашиваю, просто она интересная. Да не успели бы мы ее сделать на 40 минут. Ну, 40, 50, 60. Я ж могу зайти за 12 часов. Ну, такое, не проблема. Дезинтегрирующий... Что? Я могу переписать? Нет? А зачем сюда курсор можно поставить? Глупость какая. Так, АУЕ или сила? Конечно же, сила. Любит тебе всякие беки смены раньше отдавать, но... Так, у Заида, наверное, с оружием что-то не то. Нет, смотрите, все нормально. Видимо, я его давно... Ай-яй-яй! Я оружие себе не поменял. А, нет, стоп, поменял, еще на Нормандии поменял. На самом деле, то, что мне смену раньше тогда отдали, это было приятное исключение. То есть, настолько исключение, что просто пипец. Рыбок покормил. А тут симпатичненько, скажем так. Пробейтесь на завод и помогите рабочим избавиться от синих светил. Лады. Дезинтегрирующие патроны, но это ясно, что такое. Сильный, так тяжело оглушающий выстрел, это тоже известно. Обширная ударная волна, знаем, притяжение знаем. Деформирующие патроны преобразуют поглощенную биотическую энергию, позволяет увеличивать урон, наносимый здоровью, броне и биотическим барьерам. Хорошо. Включить. Включить. Молодцы. Туда идти или сюда идти? Видимо, надо было туда. Здесь просто какая-то площадь, поляна, не знаю. Блин, какая здоровая хренота у меня болтается за спиной. Ой. 72% заряда.
Блин, у нее такая классная анимация, когда он ее достает. Ага. Ведем себя тихо. Ну спрячьтесь вы, чего вы как эти. А, я думал, они сюда пойдут. Сохранимся. Мне надо узнать, сколько зарядов он тратит за один выстрел. Блин, какая клевая анимация, когда он достает. Прям-прям. Ой. Ага, понятно, тут тоже надо заряжать. А что не так? Это противник сидит? Почему я не могу пушку использовать? 72% мало? А, это те обезьянки, что ли? Я ж тебе в голову попал. Ну ладно. Зато смотрите, какая интерактивность. Стоп, если 72% для данной пушки мало, это получается, что ее можно использовать один раз? Да чего вы там тупите-то, побежали? А, нет, смотрите-ка, значит, я в ту обезьянку не попал. По-моему, два, если прокачать, если до максимума, то и три, может быть. Так у меня тяжелое вооружение достаточно сильно прокачано. Чуть так вот, чуть попасть не могу. Я хочу как-нибудь сохраниться и попробовать вообще, как она работает. Ой, наконец-то постреляемся хоть чуть-чуть. Да не все я потратил, что вы. Болтых. Болтых. Давайте, выглядывайте по чуть-чуть. Где вы? Болтых. Ага, вон еще наверху. Болтых. Уу, полетел парень. Чтобы один заряд накопить, надо яичко 3-4 набрать. Да чтоб тебя. Не хочу я на тебя целый выстрел из снайперки тратить. Во, вот так можно. Тоже нельзя. Во, хедшотик тебе по балде. Чуть только что хрипело. Здрасте. Оу. А, вот что такое. Я увернулся. А ну не лежать. Поднимайся как мужик. Да поднимайся, говорю. Оп, поднялся, молодец. Отступаем, секунды. Ну, кстати, да, после понижения сложности оно гораздо проще и даже в каком-то смысле забавненько. Так, наверх мне, судя по всему, вообще не судьба никаким образом подняться, да? Я ни одной лесенки тут не наблюдаю. Ну, видимо, мне и не надо. Отойдешь, отходи, не проблема. Я об этом вроде уже говорил. Нет? Ну, в смысле, сейчас только повторяюсь я или нет? Да, не суть. Now get the hell back out!
Vito. Sounds like he hasn't changed. I get the feeling you have a past with this Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So, yeah, we have a past. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes, every time I sighted down on a target, every time I heard a gunshot. Нормально. Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Джек, я смотрю, это не очень интересно все. Или она просто наблюдает за Видом и слушает клевую историю. Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. Все было хорошо, а потом пришел Вида. Твою мать, конечно, они знают, что мы здесь. Мы перебили уже часть людей у них здесь. Оп, очищенный палладий, приятненько. Группам Чарли Дельта, понятно, сразу видно. Люди, стандартное наименование. Прошло несколько сотен тысяч лет или сколько там, ну, с нашего времени. А наименования у групп остались все те же самые до сих пор. Здорово, Вида. Что-то он какой-то молодой. Слишком. Ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are again. Слишком молодой он. What was that? Gone near-sighted old friend. Burn, you son of a bitch. Ха! Где-то я это уже видел. Странно, он со мной на той миссии не был, но... Хотя, просто смекалистый мужик, судя по всему. Человеческая смекалка, скажем так. Вот что он делает. We don't sacrifice lives for the sake of the mission. There's always a better way. Like what? Wandering out in the jungle for hours looking for another way in. Я могу взорвать дверь. В смысле? И это добрый вариант, по-вашему? Окей. I had to knock you the hell out. But thanks to you, we have a burning refinery to save. Let these people burn. Vito dies, whatever the cost. Ну, ты слишком какой-то злобный. Я надеюсь, что на этом заводе хотя бы... Нету невинных людей. Руководство гневом, конечно, не сулит ничего, я полностью с собой согласен, но... Я радовался не тому, что он делает, а использованному им методу, который я сам недавно использовал против кроганов. А вот это большой косяк. Об этом не подумали. Я так и думал, что на этом заводе есть вино... невиновные. I get why you want Vito dead, but is he really worth watching those people burn to death? I'm not sticking around to watch. We stopped to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. We're here to free these people. We're going in.
О, да. Да я не шибко удивлюсь, если заед сейчас уйдет. Блин, на самом деле Джек сейчас может спокойно этого рабочего взять и снять с моста просто, без проблем. Но она почему-то этого не делает. Какая дверь? А, я оттуда пришел, наверное, да? Как раз. Да нет, я понимаю, что рабочий ты не один, но... Тем не менее... данного-то рабочего можно было таким образом спасти. При желании. Как здесь туманно. Оу. Было бы на самом деле гораздо более логично, если бы периодически вот эти вот взрывы отнимали бы у меня жизни. Ну или хотя бы щиты. Да не умрете вы. На самом деле у меня такая броня плюс щиты. Что мне мешает вообще под этим огнем-то пройти? По-моему, ничего. Бегите, мужики. Какой бы важной ни была месть, но жертвовать жизнями невинных точно не стоит. Жаль, я надеялся, тут что-нибудь можно будет поймать. А там, к сожалению, ничего. М-451 Смерч. ПП очередной. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Ага, понятно. Винтарик. Огнемет! Огнемет! А, и мне как раз его дали. Оки-доки. Ага, ну я только хотел сказать, что здесь где-то поблизости должен быть шкафчик с оружием. Верну, конечно, Каина, верну. Огнемет — это все очень круто, но... Ну его нафиг. Типа садишься на стул, нажимаешь большую красную кнопку, и дверь открывается. Это типа как в Fallout хранитель... Не хранитель, а этот... который дверь убежища открывал, короче. Ну, огнемет такая себе штука вообще. По-моему, он нужен здесь только для фана. Так, 103%. Окей. Не дают сохраниться. Жаль. Тогда не будем пока использовать. Когда дадут сохраниться, тогда попробуем. Найтбот вышел со стрима. Чё? Куда это он собрался, интересно? Yeah!
Да пипец вообще. Настолько клевый и интересный стрим, что даже боты сваливают отсюда. Вообще очень странно, что он отключился. А, нет, смотрите-ка, вернулся. Видимо, там с рваком какая-то проблемка была. Поджарили, попец, бедняги. Че, он упал, что ли? А, замерз, небось. Вы лезете тут все. Лезете и лезете. Не вовремя, тот я. Привет, Соня. Я думал Каином, я думал. Но разве это главный босс? К слову о новостях, Сонь, мы понизили сложность игры и пропустим часть не очень важных квестов ради того, чтобы не затягивать, а то долгая игра все-таки. Алекс! Нормально так написала. Алекс! Соня! Чем вы там занимаетесь-то? Во, я тоже за историю. То просто на повышенной сложности пришли к выводу, что не столько сложно, сколько скучно. Да вот и мне интересно, что за брачные игры у вас такие. Нет. Да чтоб себя. Что за канистра такая? Как взорвать-то вообще? Прекрасненько. Во, наконец-то взорвали. Nothing can stop me.
Соня, это что, это ты смайлик такой где-то нашла? Откуда он? Ага, судя по тому, что вы не ныкаетесь, противники закончились. Красота. Значит, можно вплотную заняться и миром. Ну или подождать, пока он займется нами. Изич. Так, все, товарищи, собираемся. И, блин, столько дверей, куда идти-то? Нам нужно вон туда, и отлично. Значит, сюда можно зайти сначала. И здесь у нас 6 тысяч кредитов. Хорошо, хорошо, я не против. Да отойди ты, женщина, господи. Ох уж эти женщины. Нам туда, и значит, можно зайти сюда. А здесь что? Здесь ничего. Здесь просто сидели и скучали люди в ожидании, когда можно на нас напасть. Да мне наплевать на ваш огонь. Я сам жарче. Я горяч. Ну, я бы поспорил, это еще кто на кого норовит прыгнуть на самом деле. Женщина на меня или я на женщин? Ага, мне вон туда. Ладно, значит, и эту дверку можно проверить. Что происходит? Что-то где-то плюхнулось. Ну ладно, я ничего не знаю. О, опять с летуном биться. Уж теперь-то я точно Каина опробую. Нет, это очередная миссия лояльности, это не конец еще. Я больше согласен. О, H-Pushmack нормальный вариант. Эх ты, злыдень писюкастый, взял и без патронов остался. А драться ты как будешь потом? О-оу. Кажется, сейчас все загорится. Бадумц! Ты не знаешь, что такое шпачмак, что ли? Две мясные собаки, гриль, специальный тухлый сыр. Прошлогодний вялый лук, все на булочке с бумажкой, только так. И это шпачмак. Че, песенку, что ли, не знаете? You put your revenge ahead of the mission. How can I trust that you'll be there when we need you? I'll do what I was gonna have paid to do, Shepard. Just don't expect any more than that. Now stop screwing around. Let's go. А красного варианта тут, видимо, нету, да? You put your own goals ahead of the mission. That's not the way this works. I've survived this long watching my own back. No time to worry about anyone else. You're part of a team now, Zaid. There's no way we can do this unless we're all working together. You...
You have a point. А нахрена я отдаю ему, свой пистолет? Ну, надеюсь, хоть немножко у него мозги на место встали. А то совсем ослеп от ярости. Такие союзники мне точно ни к чему. А я уже думал, будет драка с летуном все-таки. Хотя, учитывая, что показывают, ремовик еще не закончен, возможно... После МЕ будет, скорее всего, Дипония. Итоги задания. Работники корпорации Эльтфель Эшланд были спасены, однако компании придется потратить огромные деньги на восстановление завода. Несмотря на то, что Видо сбежал, Заид готов подчиниться капитану полностью и полностью сосредоточен на задании. У Заида новое умение — граната Инферно. Граната взрывается при соприкосновении с целью и посылает волны пламени во все стороны. Огонь эффективно поражает бронированные цели. Она очень долгая, серьезно? Я ее по скидочке купил как раз недавно. Она что-то дешево была. Не, она серьезно дольше, чем МЕ, там на сколько часов геймплея? Будет, Сонь, будет. Я что-то совсем потерял суть. Так долгая Дипония или нет? Или типа у нее сюжет достаточно короткий, но просто мы будем в нее очень долго играть, потому что там квесты и так далее. Не совсем понял. Надо будет потом пробить информацию. Хотя... Окей, Google. Дипония, длительность игры. Ну, прям конкретно ответов нету. Потом поищу информацию. Что ж, Алекс, как профессионал данной игры, расскажи-ка нам, есть ли у нас какая-то миссия, которая... вот я показываю списки, оба. Есть ли у нас какая-то миссия, которая займет очень мало времени? И да, я люблю гуглить, Сонь. Я люблю гуглить. Хотя, давайте слетаем вот сюда. Всего-то отдать надо по-хорошему. Отдайте блок данных Арии. При попытке нанять Архангела был обнаружен блок данных. На нем содержится информация, которая будет иметь ценность для Арии Тлоак, правительницы Омеги. Хорошо, погнали. А, Джейкоб самая короткая из всех. Нет, я на самом деле не сразу не увидел, пока ты не написал. Не, ну я тогда не буду париться. Сегодня дойдем, вот эту фигню по Омеге сдадим. А то у нас 8 минут осталось до конца по-хорошему. Вряд ли же миссия Джейкоба минут на 10-15 длительностью, правильно?
Нет, если она длительностью 10-15 минут, то я с радостью ее пройду сейчас. То есть с моей скоростью 10-15 минут. Хотя у меня-то скорость, наверное, сейчас и увеличена, ввиду того, что минут 20 максимум. Минут 20 максимум с моей нынешней скоростью и понижением сложности. Давай лучше завтра. А что, уже уходить собрался? Мне вообще пофигу, кого сюда с собой брать. Через 5 часов вставать. Ну ладно, хорошо. Завтра так завтра. Ой, да не буду я тебе ничего качать, потом как-нибудь разберемся. Судя по тому, что мне сейчас Сузи говорила, у меня здесь не один квест. Я понял. Я понял. Тогда делаем так. Тогда делаем так. Я меняю членов отряда.